Доброго времени суток, друзья! На связи Владислав Сотин. И сегодня я хотел бы немного рассказать, точнее продолжить, о Traffic Monsoon и показать, как купить здесь пакет. Для меня это очередной пакет, уже будет третий. И объяснить, для чего я это делаю. Вот смотрите. Сейчас у меня на балансе есть $50. Вот они. И видно, что вот есть такая графа, которая тут показывает, что у меня два пакета на данный момент работает. Что эти два пакета на данный момент принесли мне $50. Здесь вот показаны это деньги с моих партнеров. И это деньги с моих личных кликов. То есть общая сумма заработка составляет $100. Ну и на балансе 50, как вы уже видели. Что бы я хотел сказать, как происходило, допустим, с чего я здесь начал, когда купил первый пакет. Давайте сделаем перевод, чтобы нам было более понятно. Вот здесь можно увидеть в меню. Вот здесь финансовый менеджмент. Моя история платежей. Вот мы сюда переходим и видим, что первый пакет был куплен 5 мая. Покупка его была с PayPal. То есть это мои личные деньги, которые я потратил на первый пакет для начала, так скажем, для старта. Вот. Потом 28 мая был куплен второй пакет. Второй пакет уже был куплен из денег, из внутренних, из системы. Откуда они накопились? Они накопились, так как с первого пакета приходило по $1 каждый день. И, соответственно, ну, мои клики и клики моих партнеров, соответственно, которые не оплачивают 100%. Вот. Вот пришла пора покупать третий пакет. То есть, ну, видно, что уже не очень такой был большой, так скажем, промежуток. Не 12, наверное. Между пакетами. Первый пакет у меня еще проработает, но если смотреть, что до 5 мая, сегодня 9, значит он чуть больше месяца отработал, а работать он будет 55 дней. То есть 55 дней он будет приносить мне по $1 в день. Соответственно, этот пакет также будет работать 55 дней, также приносить по $1 в день. То есть получается, что сейчас у меня с пакетов каждый день приходит по $2. Соответственно, когда я куплю третий пакет, будет приходить по $3 каждый день. И первый пакет еще не успеет отработать, через какое-то время у меня будет работать 3 пакета. Соответственно, почему я не вывожу эти деньги, я сейчас постараюсь объяснить. Ну, мне, к примеру, не интересно вывести $50, да, а гораздо интереснее нарастить здесь в Монсуне до такой степени, чтобы у меня каждый день, чтобы я мог покупать, ну, минимум, допустим, пакет. Чтобы для этого мне понадобится, чтобы у меня было постоянно в обороте 50 пакетов. То есть сейчас вот я куплю третий, мне нужно, чтобы у меня было 50, и они постоянно крутились. Для чего это делаю? Потому что, во-первых, возрастет прибыль ежедневная. Соответственно, возрастет мой трафик, который я получаю с этих пакетов. А что такое трафик? Трафик – это привлечение людей, то есть реклама, привлечение людей в разные проекты, ту же самую систему, допустим, Call of Payday или платную систему Эволюция. И, ну, в принципе, все что угодно. Ну, чем больше трафика, причем так как получается, что этот трафик мне обходится, ну, фактически совершенно бесплатно, потому что я же покупаю его из внутренних денег, и мне эти деньги еще и возвращаются с небольшим плюсом, то это получается очень-очень выгодно. То есть у меня и трафика будет много, и в итоге каждый день мне будет все больше и больше денег начисляться на баланс. Соответственно, потом я смогу уже спокойно деньги выводить, не теряя того же самого оборота,
а может быть даже его немножко потихонечку еще наращивать и уже какие-то части суммы выводить. Вот именно к этому я стремлюсь. Так, ну давайте тогда перейдем непосредственно к покупке. Можно здесь либо сразу перейти, купить, допустим, и создать там баннер, так как у меня уже баннера созданы, их там довольно-таки много, можно просто перейти вот, в мои баннеры. Переходим. Опускаемся сами баннеры. Ну и вот смотрим, допустим, я хочу купить пакет и пустить его трафик на вот этот вот баннер, то есть, соответственно, и на ссылку «Система эволюция». Так, вот она у нас. И вот, можно добавить щелчков, но это покупка, просто покупка за деньги трафика. Либо купить пакет. Вот, мы нажимаем «Купить пакет». И смотрим дальше, что нам здесь предлагается. Ну, во-первых, сразу написано, какой баннер. Пишется сумма. Количество покупки, то есть стоит однерка, то есть, соответственно, подразумевается, что я покупаю один пакет. То есть, если я покупал бы два, то и сумма итоговая бы уже была не 50, а 100 долларов. Дальше. Выберите процессор. Вот здесь, допустим, нажимаем вот на эту стрелочку и смотрим, что нам здесь предлагается. Либо купить за свои деньги, там, с любого своих кошельков, PayPal, допустим, Payzer. Либо вот в самом верху написано «Мой баланс счета». Выбираем его, потому что мы будем покупать внутренних денег. Нажимаем «Предварительный просмотр». Все, дальше нам система показывает. Опять же, что с нас снимется 50 долларов, 0% комиссии, потому что мы покупаем с внутренних денег. Если бы мы покупали, допустим, с PayPal, там с нас сняли бы еще 2 с чем-то доллара комиссии. Все, в принципе, здесь у нас все уже оформлено. Можно нажимать дальше. Нажимаем. Все, смотрим. Давайте переведем. Спасибо, оплата успешно зарегистрирована. Переходим обратно в мой счет. Проверяем. Деньги сняли. Заходим в мои баннеры, чтобы проверить. Смотрим. Эволюция. 20 показов баннеров на данный момент сейчас стоит. Так, ну так как у нас пакет подразумевает собой не только показ баннеров, но и непосредственно показ самого сайта, переходим во вкладку «Мои сайты». И ищем. Вот, сейчас я нашел в самом низу. Вот она, эволюция партнера. Пока она стоит в ожидании. Но 1000 показов немножко меня не устраивает, потому что здесь нету геотаргетинга, то есть показ будет не целевой. Поэтому мы переходим «Изменить сайт» и переходим во вкладку «Подробности». Все континенты. Я хочу показать это российской аудитории, поэтому, так как здесь у нас в этом Traffic Monsoon почему-то Россия в Азии, а не в Европе. Переходим в Азию. Выбираем все государства.
И вот она, так что была, Российская Федерация. Все, выбрали. Нажимаем зеленую кнопочку. Сейчас нам идет демонстрация нашей рекламы. То есть все нормально, все отображается. Переходим обратно. Проверяем. Стало 500. Почему стало 500 показов? Потому что 1000 показов — это при условии, что нет геотаргетинга, то есть показываться будет всем подряд. Если настраивается геотаргетинг, соответственно, там вы выбираете какую-то определенную страну, континент, которому вы хотите показывать, соответственно, показов будет в два раза меньше. Все, теперь она фактически стоит на модерации. Только она пройдет модерацию, она начнет показываться. Так, ну здесь в принципе все. Пакет я купил. Теперь у меня видно, что у меня 3 пакета. И, соответственно, денежка будет копиться немножко побыстрее. То есть мне уже только с пакетов будет в день по 3 доллара падать. И, соответственно, срок до следующего пакета, до покупки 4-го пакета, у меня уже уменьшится. И таким образом я постепенно выйду на те желаемые свои там 50-100 пакетов, сколько мне не понадобилось. Ну, в принципе, чем больше, тем лучше, конечно. А остатки уже можно выводить. Но опять же, желательно смотреть, чтобы это было не в ущерб, то есть приросту. А теперь немножко о том, как я привлекаю людей в трафик Monsoon. Есть, в принципе, вариант привлечения в трафик Monsoon, то есть по своей непосредственной ссылке, да, трафик Monsoon. Но мне этот, ну, для меня, к примеру, это не очень выгодно, так как я участник системы Full of Payday. Вот здесь вот видно, что у меня вот подписчиков, 1500 подписчиков. То есть Full of Payday у меня, кроме Traffic Monsoon, есть еще GVO, хостинг аккаунт настроенный аккаунт Pure Leverage, который мне приносит довольно-таки неплохие деньги. Ну, я им уже занимаюсь на протяжении года и знаю эти сервисы очень хорошо. То, что они регулярно платящие сервисы. И почему выгодно через Full of Payday именно? Потому что, кроме того, что здесь вот эти вот все сервисы у меня подключены, да, все они работают и все они мне приходят, приносят доход. Тут еще, помимо этого, есть две бесплатных системы, которые также хорошо себя зарекомендовали и тоже связаны с сервисами холдинга GVO. И получается так, что рекламируя всего лишь свою одну ссылку, да, ну вот они, ссылочки видно, любую вот одну из этих, допустим, можно рекламировать, я привлекаю людей во все три сервиса. Поэтому, соответственно, мне и выгодно не просто ссылку Traffic Monsoon рекламировать, а систему. Плюс еще большой плюс системы, что она объясняет человеку, что нужно делать с тем или иным сервисом, как с ним работать и как туда, допустим, привлекать партнеров, что именно надо делать. Ну, в принципе, на этом все. До новых встреч. Думаю, наверное, увидимся в следующий раз, когда у меня уже будет много пакетов. Пока-пока.